2024 году трудовой коллектив флагмана цветной металлургии страны Алмалыкского горно-металлургического комбината отмечает 75-летний юбилей. К славной дате работники подошли с высокими производственными показателями. Так, с начала текущего года по сентябрь специалисты подразделений успешно выполнили все прогнозные планово-экономические показатели. Согласно данным, представленным Управлением мониторинга производства и затрат, за отчетный период произведено товарной продукции на сумму 28 триллионов 357 миллиардов 267 миллионов 673 тысячи сумов. Прогноз выполнен на 114,6%. Также произведено товаров народного потребления на 5 миллиардов 595 миллионов 320 тысяч сумов. Прогноз по добыче рудоуправлением Кальмакыр выполнен на 102,3%. Темп роста в этом направлении составил 106,4%. Темп роста по переработке медного сырья составил 102,1%. Прогноз выполнен на 100,4%. Выполнение прогнозного показателя по производству меди составило 100%. Темп просто 103,3%. Прогноз по производству меди и собственного сырья выполнен на 106,2%. Темп просто 107,3%. Хороший результат отмечен в производстве цинка и собственного сырья. Прогноз выполнен на 122,1%. Задания по добыче полиметаллической руды и ее переработке выполнены на 100,7% и 100,5% соответственно. Также выполнены производственные задания по добыче золотосодержащей руды и ее переработке. Кроме этого, на 100% выполнены прогнозные показатели по производству медного купороса, технического селена и теллура. А прогноз по производству перината аммония выполнен на 102,8%, палладиевого порошка на 106,7%, трехокиси молибдена на 105,4%. Высокие темпы роста можно наблюдать и в производстве эмальпровода – 105%, трехокиси вольфрама – 103,9% и серной кислоты на 101,4%.